пропал вместе печально известного Лавайского котла, где украинская армия потерпела поражение и потеряла немало людей и техники. Там до сих пор идут бои, и по одному выходят заблудившиеся солдаты. Пленные украинской армии, которых нашел наш корреспондент, утверждают, что они сражались с россиянами. Тимур Олеский сейчас на связи со студией из Мариуполя. Тимур, здравствуй, как слышишь нас? Здравствуй, Маша, здравствуй, Миша. Действительно, сегодня днем мне стало известно, что в Старобешево, это практически самый ближайший к Мариуполю населенный пункт, где проходили эти известные, теперь уже печально известные бои, находятся пленные украинской армии. Мы отправились туда по дороге, на которой можно увидеть и украинскую технику, сгоревшую при неудачном выходе из окружения, попавшую под меткий огонь, и расстрелянные автомобили полевых командиров, которые буквально накануне, вчера вечером, попали в засаду, подвергшись атаке. И вот, практически въехав в место, где совсем не работает никакая мобильная связь, нет света, мы попали в Старобешево, который контролируют сейчас бойцы Донецкой Народной Республики. Там появился такой импровизированный блокпост, еще практически ничем не укрепленный, но уже довольно хорошо вооруженные люди с самым разным оружием, самого разного калибра его охраняют. И увидели последствия танкового боя, который нам показывал как раз полевой командир из Старобешево по имени Матвей. Он показал нам, как на улице украинская армия из танков стреляла по дому, испугавшись дружественного огня и решив, что вместо выхода из окружения по гуманитарному коридору, который был обещан, ополченцы начали вести огонь. Но после этого, бросив танки, украинская армия вышла под белыми флагами, но вышла не целиком. И в здании милиции остались 3 человека, заблудившиеся, выходившие из-под окружения совершенно самостоятельно, полями. Но самое, как мне показалось, важное было узнать о том, как они себя чувствуют, и их свидетельство, что, по их словам, они воевали с россиянами. Я предлагаю сейчас это посмотреть. Количество высокотехнологического оружия, то есть там танки, противовоздушная оборона, они требуют очень серьезной координации и очень высоко обученного персонала. Вот, я считаю, что это кадровые русские военные. Когда я шел по полям, я видел разбитую технику, я видел номера частей русских. Я считаю, что это интервенция. Номера частей не помните? Вряд ли. Ну, извините, я после контузии. Вы можете повторить еще раз? Выходили с окружения тоже 7 или 8. Я в днях уже запутался. Ребята российские нас поймали в плен и передали гуманитарному конвою, я не знаю, как это правильно называется, колонии. Да. Белые КамАЗы? Привезли. Не белые КамАЗы, а как... Ну, а там скорой помощи, солдаты. Ну, разговор такой русский, чистый русский. Поделились с нами сухпоем своим, водой. А они говорили, откуда посадили. Они? Нет, мы с ними, ну то есть мы как в статусе военнопленных не имеем права задавать вопросы. Ну, единственное, что я помню хорошие слова. Братья, что ж вы делаете, что ж вы губите друг друга? Но когда мы объяснили, что мы еще в бою фактически не были, и что мы не могли губить друг друга, они с нами делились своей водой, что у них было на посту, делились едой. Ну вот эта колонна, собирали груз 300, груз 200, это раненых, больных. И до сего места приехали, командир попросил, чтобы мы слезли до выяснения обстоятельств. Ну, я не вижу жестокого обращения, честно говоря, я удивлен на это. А при каких обстоятельствах, где попали в плен? Я увидел, что я сражался на своем могиле. Вот, и я шел пешком в Волноваху. Вот, скрывался, вот, но меня взяли на блокпосту. Я так понимаю, что выступление украинской армии было довольно-таки неожиданно, скажем так. Оно больше дело на бегство, но... Ну, я хочу верить, что это украинская земля сюда украинская. Ну, нам сказали, что мы, типа, да, отступаем. И мы поехали. А как вы в плену оказались в итоге? Ты уже не остановились на этом. На заправке. Так. Вот так получилось. И вас окружили или что? Да, вас забрали сразу. Была попытка вернуться воевать, мы не ехали сюда воевать, тем более я звонарь, православный служитель, да, мы ехали людям помогать.
Вот это хаотическое отступление, конечно, прошлось по судьбам этих солдат. Кто-то из них был под Саур-Могилой, кто-то из-под Иловайска выходили. Вот один из пленников, который сейчас находится в Старобешево, обращаю на это внимание. Их судьба, конечно же, вызывает беспокойство, потому что они сейчас находятся в плену. Именно там эти три человека находятся, и предварительная информация, которая есть у них, их отправят в Донецк, как отправляют всех солдат заблудившихся, которые выходят на блокпосты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики по дороге, например, в Мариуполь. От Старобешева до Мариуполя всего 50 километров. А этим гарнизоном командует, как я уже сказал, командир Матвей, у которого на груди блестит новенькая медаль за боевые заслуги, почти такая же, как в России, вообще неотличима, кроме, пожалуй, одного, ну вот, уточнения. Там флаг с надписью «Новороссия» и удостоверение, которое подписано стрелковым ИИ. Ну а вместе с ним служит, например, мужчина, который себя называет Хасан или Медведь. И сам он признался, что в Южной Осетии он служил в отряде, в батальоне Сулима Ямадаева. А эта война для него третья или четвертая. Вообще я на этой войне встречаю немало похожих на него людей, которые утверждают, что это третья, четвертая, пятая война. И вот, когда мы уже возвращались обратно по дороге в Мариуполь, Мариуполь, который находится в томительном и напряженном ожидании того, что будет с городом, и город, который сейчас укрепляет свои фортификационные сооружения, мы увидели, как в поле продолжаются бои, какие-то продолжаются столкновения между силами украинской армии и непонятно уже теперь кем, противником, который наступает со стороны Иловайского котла, с расстояния нескольких километров. С расстояния нескольких километров, коллеги, бой выглядит, ну, может быть, даже красиво. Дымки и поле, а там, на самом деле, настоящая война происходит. Вот с этим настроением вернулся в Мариуполь я и узнал, что сегодня волонтеры, которые помогают местным территориальным батальонам, продолжали активно копать окопы и готовиться к возможному наступлению с самых разных сторон сил, которые они здесь почему-то называют российской армией. Коллеги. Спасибо. На связи с московской студией «Дождя» из Мариуполя был наш коллега Тимур Олевский.